Развитие Самарской области обсудили на встрече губернаторы и депутаты Госдумы от фракции КПРФ Валентин Романов и Леонид Калашников. В ходе беседы затронули самые разные темы: перспективы Самары и Тольятти, ситуацию на АвтоВАЗе, экономическую обстановку, проблемы в ЖКХ и сфере культуры. Коммунисты выразили готовность к продолжению совместной работы в продвижении на федеральном уровне интересов Самарской области и отметили, что такие регулярные встречи с главой региона очень полезны. Николай Меркушкин неоднократно подчеркивал, необходимо консолидировать основные политические силы в интересах региона и его жителей. По итогам встречи губернатор сообщил, что все конструктивные предложения от КПРФ будут внимательно изучены и учтены при принятии решений.